В пике бури при осадках 22 мм поднялся на чердак и заметил, что под крышей капает. Когда дождь немножко успокоился, сразу все перестало капать. То есть при нормальном дожде ничего нету, а при буре капает. Это как гора. По следам выглядит, что только этот раз. По следам выглядит, что течет только в этот раз, при этой буре. На следующий день залез на крышу, чтобы замазать то место, где вода просочилась под крышу. Но тот выглядит все в идеальном порядке. Проблемных мест не видно. Никур, я не вижу, где тебе может быть проблема. Где тут? Не, все там. Порше цвет. Может быть, там где-то какой-то салайдус. Может быть, там где-то апакшо багайс. Ну не, тогда не вадзет никур бут. Солнечные панели. Радишь циту вету, про кое сриби. Покажу одно место, где я думал, что может быть будет пропускать, но не пропускало пока. Ту пеешь тувак. Рец, как шад вет, я избал. Вот это то место. Ну, я рене, как с ним из теоретиск не лайтис никур гара. Kā viss ir viss kārtībā. Nekur neko nemālēšu. A kurā vietā tur ir problēma? Da, dieži tam problēma. Saules paneļi turās normāli. Mēs mārstīsimies vēl vienreiz. Vienīgais, ko es varu izdomāt, ka varbūt tās šī ir tā vieta. Nepaņētni. Gan arī nevarētu te būt. Te varbūt ne arī nevarētu būt. Rēbus kaut kāds. Skatāmies, cik stāvu var redzēt no jumta. А здесь я поднялся на крышу. Покажу, как с этим работать. Желательно одеваем перчатки. Хватает одной руки. Visur sašpricēju. Visdien nāda vidavīt. Īstnībā jau... Kažu, kur tu nevēdzēji, kuras tu neredzēji. Pomuši pirčātki, visu virāvņiem vajag. Eta kirmēķi, nās novie kaučuka. Smet nav vienai vadas stojkasķu. Minus 40, plus 100 gradusov, kada visahnīt. Prednaznačen dļa krišu. Rodi, kāk nenāda bila, nu, vse zamāžu, tak štub nieadna kapiļka nepraskačila. Saku, man jau tev nekad nevajadzēja. Man nevajadzēja nekad tecēt, bet nu, reiz es esmu uz jumta un reiz man tāda. Mēs tikai ir. Nekad visu aizmērēšu tā, ka mums 100%. Es nemazākās iespējas kādai pilītei būtu tikt garā. Tā, galvenais nenokrist.
baigi augstu jākrīt savādāk. Turēt vienā rokā un filmēt ir... Tad pie gribēšanas nekas nevarēs ietikt. Tik tūdens iekšā visas šaubas būs novāktas. Tā saka, taisa arī skursteņu malu. Lai nekur mitrums netiek iekšā, tad sals nevarēs saplēst neko. Varbūt tās tik smuki te neizskatās. Может, не очень красиво выглядит, но главное, чтобы замазка работала. Так, тесно, uz to pusu, kuras arī iesmērēja. Arī te nemaz nevajadzēja. Этом месте не надо было, но все равно замажу. Nu, kaut kā tā. Может, не надо было ничего мазать. Но я замазал, вот так это все выглядит. Надеюсь, сейчас ни одна капелька уже не проскочит на чердак. Все будет сухо. Варбут на фарше, бетайр. Он рекушит из тестурс. Курма ликаска вайк, бетис не боял, не вайк, ари. Несмуки я варбут, а с маниз девас. Бет, ну лайсан есть. На этом все. Всем здоровья, удачи, до следующего раза. Пока.